таких масштабных работ у Рогачеві не було уже давно. Ремонт дорог, добропорядкування територій, реконструкція будинків, комплексний підхід дозволив виконати практично всі заплановані мероприємства. На сьогоднішній день готовність об'єктів складає 90-98%. До 1 вересня усі роботи повинні бути завершені повністю. Ми предыдущее заседание організаційного комітету виїзної проводили в місті Рогачеві в маї місяці. Сьогодні це совершенно новий город. Здесь обновлены фасады, приняты решения по объектам социально-культурного назначения. В общем-то, город преобразился до неузнаваемости. Гостей необходимо сустракать в утульном и чистом доме. Эту истину у Рогачеві добро разумеют, а тому імкнуться зробить свято сапраўды запоминальным. Каждую субботу тут проходит агульный субботник, а прича того местное предприятие и организации накировывают своих работников на допомогу ремонтным и коммунальным службам. Еще один способ удела у проводимых работах – оказание спонсорской допомоги для набыття тих же фарбов, дерев для озеленення і невеликих архітектурних формов. Масштабні роботи створюють часові складаності, але усі розуміють, це робиться для міста і місцевих жихарів. Одновременно треба було комунікації міняти, вулицю розширяти, асфальтувати, перестраювати, красити. Но треба сказати, що вже тут з розумінням і вже улыбаються, довольні, видять навіть по тим участкам, де вже все зроблено, видять, що буде ще краще. В кінцевому ітогі буде міст наш преображений. И вообще только рады. На опошнем, перед днем белорусской письменности посяджения Национального аркомитета, размова по пытаниях приему и размещения гостей, организации гандлю и мерах безопасности, починаючи от организации руху и громадской безопасности до работы медицинских бригад и функционирования энергетичных коммуникаций. Особная тема – программа мероприемств. Серед запланованного – международное литературное свято, разностайные тематичные подворки, реконструкция друкарни 16-го стагодия, где каждый жадающий сможет надруковать для себя сторонку со Скоринутской Библии. При этом особливая увага звернута на доступность мероприемств для людей с обижаванными махчимостями. В Вогуле на День белорусской письменности у Рогачева планируют приехать представники аккредитованных у нашей краине дипломатичных миссий и упершиню на таким святе белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Бодай самый значный объект, который будет открыт у Рогачеве 4-го версня – обновленный дом книги. Теперь это будет не просто районная библиотека, а целый комплекс с выставочной залой и книжной крамой. До речи, зараз у городе ни одной книжной крамы нема. И у протяг литературной темы на дне белорусской письменности у Рогачеве меркуется увести новую традицию. Гости свята привезут сюда по одной те некольки книг, которые будут передадены у местовой библиотеки. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» за Рогачева.